дорогие друзья, сейчас нахожусь в книжном магазине в центре Милана и хотела вам показать, что у нас здесь продают на полочках. Посмотрите, пожалуйста, просто к той теме о том, есть ли, ну, уважают ли русскую культуру в Италии, продаются ли, посмотрите, пожалуйста, здесь продаются Гоголь, Михаил Булгаков, Достоевский и многие другие русские писатели без проблем продаются в центре Милана в книжном магазине. Это к тому, есть ли травля на русскую культуру и вообще на русских или нет здесь в Европе. Добрый день, друзья. Недобрый вам день, недруги. Знаете, что такое настоящая культура отмены? Лондонская галерея собирается убрать картину фламандского художника Ван Эйка, написанную в 1434 году. Знаете почему? Потому что персонаж на этой картине напоминает посетителям Владимира Путина. Я даже не хочу знать, кто эти посетители, украинцы или британцы, потому что, как говорила Маша Кожевникова устами своего персонажа, сериал «Универ», это... Пипец. Упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не были. Это началось не вчера. Как известно, мы хорошо знаем об этом. В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, решающий вклад Красной Армии, просто взяли и отменили. А в Японии, например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь, мол, это сделали некие абстрактные союзники. В учебниках прямо об этом пишут. А о том, что именно США устроили на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить. Не так давно отменили и детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ.